Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс, ребята. И сегодня я вам покажу, как построить большую, но мега или просто воспроизводящую фармилку, которая вам поможет. Да-да, вы, наверное, искали ролик, как сделать фармилку, если ты развитый. Знаешь все о анархии, но однако ты не знаешь, как сделать фармилочку. Но перед началом ролика не забудь подписаться на мой канал. Ну а мы погнали. Итак, мы отходим на большие координаты. Для меня это 44 тысячи или еще какие-то километры. Ищем хорошую безводную зону. Кстати, я уже нашел. Спускаемся вниз. Ликс, почему ты показываешь это видео в креативе? Это для того, чтобы вам было понятно, как что делать. Итак, ребята, в общем, ищем местечко, копаем вниз. Копаем конкретно вниз, примерно на... сейчас скажу. А, кстати, шахта. Да брось, шахта нам не нужна. Так, примерно 52 блока сойдет. Я сейчас только что-то шел и посчитал. В общем, смотрим, копаем изначально 18 на 18 блоков со всех сторон. Когда мы сделали такую линию, вам необходимо иметь 6 блоков в высоту, то есть примерно вот такую. Считаем блоки от 1 до 5 и до 6, точнее до 7. На 7 блоке ставим блок. Берем и ставим. Готово. Если вам слишком темно, могу расставить вам факела. Тут коротко и ясно. А теперь самое сложное для вас, ну и для меня, наверное, точнее не сложное, а много время займет. Но тут знать надо еще измерение и геометрию, а также черчение. Можете наполовину убрать в сторону. Ведь... оно нам здесь всего лишь чуть-чуть пригодится. Копаем блоки. Фу, фу, пошли вон пауки. Прочь отсюда. И да, важно, чтобы сверху блоки тоже были закрыты. Ну а мы продолжаем копать. Yes, первая линия готова. Вторая линия готова. Если вы думаете, что это я все делал с этим, вы можете посмотреть на F3. И увидеть, что у меня Minecraft 1.12.2 Optifine Vanilla. Тут из-за того, что я в креативе, я много не затрачивался, а просто делал. И мне это не тяжело делать в креативе. Так что мы продолжаем копать. Мы почти докопались. Третья линия. К счастью, готово. Опять-таки, если вам все же темно, я могу опять поставить факела. Смотрите, что мы не учли. Фу, пошел он, прочь. Прочь отсюда. Так, мы это можем убрать. Частично линии – это простая вещь. Однако, что внутри, это уже тяжело. Особенно, если там будет гравий или песок. Или же песок. Короче, ну вы поняли, все, что падает, нам это плохо будет. И долго. Итак, если вы думаете, что это будет туфта, производилка будет плохой, вы посмотрите до конца, что я сделаю. И да, это я просто украл с одного сервера, а точнее просто просмотрел и измерил. Если вы не знаете, где таких роликов найти, это специально для вас. Однако создатели такого могли тоже сделать ролик на эту тему. Итак, в общем, делаем вот так и очищаем наш куб, как говорится. И да, ребята, у меня нет кирки на эффективность 10, 12, 20+. Так что не думайте об этом вообще. Потому что вы видите, что я делаю все сейчас руками. И да, наверное, они пойдут сейчас жаловаться на мой контент и на канал. Типа, якобы я у них сейчас что-то своровал. Хотя я просто показываю вам
их постройку. Как сделать себе ж такую? Да, я такую тоже использую, ребята. Но, к сожалению, у меня, конечно, бан на том сервере. Поэтому я не стримлю. Однако, все же, давайте-ка прокопаемся. Если вы с креатива, то это займет пару минут. А если с выживания, то парочку часов. Да, если вы с креатива, это пару минут. А если с выживания, несколько часов. Показываю на собственном примере с вида креатива. С выживания уже строил с ребятами. Хотя на фармилку, которую делают побольше поборников, мне помогал всего лишь один человек. Просто расчищал, а я разливал воду. Я тоже, конечно, расчищал и разливал воду тоже. Так что у нас работа была почти что одинаковой. О, клад, сундучок нашел. Ха-ха-ха. Но это нам не нужно. А, водичка разлилась. Надо ее убрать срочно. Срочно, срочно. Господи, сколько тут, боже мой, пауков. Так, ребята, давайте-ка делаем вот так. Как говорится, у нас уже куб почти расчищен, но это недостаточно. Надо еще расчищать, еще. Расчищаем куб сзади. Опачки, как повезло, изумруды. Но я в креативе, так как они мне уже не нужны, потому что я в креативе. Достали эти уже пауки. Что? Сколько они могут спавниться? Спавнятся и спавнятся. Я не буду переключать режим игры, так как это может быть помеха для нашего процесса. Поэтому мы просто будем делать свое дело. Расчищаем куб изнутри. Изнутри чуть-чуть расчистили. Извиняюсь за ошибку, расчистили. Меня достали эти шахты. Не дают мне работать. Я не могу сделать. Точнее, могу? Ну, чуть-чуть. Ребят, хорошая новость. Я потратил сейчас много минут. Однако, успех, как говорится, успех. И да, если эти гении сейчас пойдут на меня ЖБ кидать за такое, я скажу сразу, такой ЖБ не примут. Потому что каждый делает такое видео, наподобие такого. Ну, и я решил тоже сделать. Так что, умники, ловите, бам-бам, ничего не получится у вас. Так, ребята, а мы расчищаем. Тем более, это обычный мой мир. Что, нельзя мне скопировать постройку? Показать это на камеру? Да, я это, если что, смог добраться до тех координатов и увидеть настоящую эту постройку на той анархии, на которой я забанен. И сделать такую же, ребята. И у нас один блок, панк, остается. Ура! Итак, ребята, что же дальше делать? Как измерить середину и что будет дальше? Изначально мы берем и очищаем весь инвентарь. Далее берем ведро с водой и разливаем его вот так. Делаем это до конца. Не надо оставлять никаких мест, не жалеем воду. Можно это сделать бесконечным источником, конечно. Вот первая середина, и значит вторая середина, это будет вот этим. Так, мы делаем это вот так, 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 разливаем. Разливаем все. И у нас получился квас. Над квасом шучу, конечно. Однако дела идут в успех. Что делаем дальше? Один блок копаем вниз. И идем дальше. В принципе, факела можно убрать, но убирать пока не буду. Но видите, какое пространство уже у нас? Итак, берем снова воду, разливаем вот так. И вот так. Видите, оно уже становится вот такой. Изгиб получается. Та-дам! А вот наша середина. Середину мы делаем на раз, два, три. На три блока. И далее пока что оставляем эту середину нашу. Наша середина... Наша середина наполовину готова. Чего же нам не хватает для большого производства? А именно чанки. Нажимаем F3 плюс G и видим раз чанк, два чанка, три чанк. Но мало чанков, поэтому F3 плюс G убираем. F3 плюс G мы убрали и уже
пока убираем факела. Я знаю, что дальше сделать с этими факелами. Так, расставляем факела вот так, чтобы вы видели весь процесс механизма всех, все и все. Измеряем 2 или 3 блока. Для нас это 2 блока. 2 блока нам подойдет. И копаем до самой дали. Но здесь мы чуть-чуть увеличиваем блок. Чуть-чуть здесь мы увеличиваем. Да, ребята. Здесь нужно увеличить. Потому что. Копаем 8, 7, 6 блоков. И смотрим результат, как вода будет стекать. Важно, чтобы вода стекала до вот этого. Но не туда. Итак, убираем факел. Разливаем воду. Вода разлита неправильно. Ребята, не забываем то, что такое забывать категорически нельзя. Мы копаем еще блоки. И смотрим, наша вода, если разливается вот так, это означает, что нам просто нужно дойти до этого блока. И вот здесь уже будет все работать правильно. Все, готово. Копаем до самых концов. Как говорится, чем дальше, тем легче или тем сложнее. Так, давайте-ка пойдем-ка сюда на всякий случай. Так, ребята, мы делаем это вот так. Да, ребят, чтобы не перепутаться, лучше сделать его вот так. И идти копаться. Ой. Здесь у нас что-то затруднение какое-то. Тоже мне пугало нашлись. Вот. Все. Так. Ищем на тут. Вот видите, я говорил про гравий. Если гравий есть, будьте осторожны. Потому что гравий ваш главный враг в этом процессе. И из-за него... Вы мало что сможете сделать. Итак, закрыли дырку. Панк. Нет, работая плохо. Идемте дальше. Этот гравий меня, боже, господи, как мешает. Однако он мне хорошо расчистил территорию. Панк. И опять же работал плохо. Отлично. И теперь мы копаемся вот так. Копаемся дальше. И да, ребята, не забывайте, это надо делать с каждой, боже, стороны. Итак, и ребята, у нас почти все готово. Но проблема в том, то, что вот эту вещь надо сделать со всех сторон. И тогда чанков будет больше, но однако вы убьете на это 1,5 часа, если вы строите нормально. А если быстро, то где-то за 30 минут вы сможете быстрее, чем я, это сделать. Да, выживание. Но если вы ленивый, на это у вас уйдет 3 часа постройки. Наверное. Я так думаю, конечно. Так, давайте-ка, ребята, давайте вот это мы сделаем. Не пугайтесь за эту деталь, ее убирать не обязательно. Но если вас раздражает, вы перфекционист, то можете убрать. И последние штрихи, и эта сторона у нас готова. Остается лишь только убрать вот эту часть. Так, закрываем все дыры. Дырки все закрыты. Ну а что ж, запуск через 3, 2, 1. Банк, поехали. Ой, не туда сделал. Банк, все. Первая часть готова. Да, ребята, переходим к остальным. Вот эти части надо оставлять. Ничего страшного не будет. И, ребята, вторая сторона у нас тоже почти что готова. Остается убрать парочку блоков. Ребята, для меня это заняло много минут. Для вас 14 минут. Итак, запускаем 3, 2, 1. Погнали! Уху! Йо-йоу, запустили, ребята. Мы это сделали. Итак, ребята, у нас последний штрих. Банк, 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 банк. Ребята,
И теперь мы можем уже без остановки разливать воду. Рекомендуется перепроверить. Опа. Все, ребята, все стекает. Остается сделать только эту часть. Однако вы, ну вы поняли. Однако вы поняли, высота 2 блока, ширина 18 блоков, а дальность 8 блоков. 8 блоков это из-за воды. Но, ребята, третье я уже строить, точнее, четвертое уже строить не буду, так как, наверное, вам уже все понятно. Итак, мы переходим к низу. Итак, если наши мобы будут падать сюда, вам нужно сделать для вас автосортировку. Повторю же, эти люди, они не смогут на меня, точнее, они смогут на меня ЖБ кинуть, однако у них не примется ЖБ, так как каждый делает такое видео. Итак, ребята, что же нам нужно? Расчищаем эту территорию. Обязательно расчищаем эту территорию. Она нам потому что не нужна. Ее надо расчистить. После расчищения данной территории мы берем плиты, а именно каменные плиты. Где они? Любые плиты можно взять, даже плита из каменных кирпичей. Из кирпичей реально можно. Так, ненужное убираем. Мы делаем вот так. Итак, что же делать? Почему мы ничего не видим? Так, ребята, рекомендую сейчас факел поставить. И сейчас я вам подробно расскажу, что как нужно. Что как делать. Я не зря вам это сказал. Итак, мы видим, что у нас все идет почти что как бы типа плохо или что-то еще. Но нет, ребята, все у нас отлично. Мы просто делаем вот такую платформу. Платформа готова, все готово. Чего же нам реально не хватает? А именно автосортировки. Чтобы падала только такая вещь, которая вам нужна. Если вам, конечно, это нужно. Так, убираем эти ненормальные факела отсюда. Так, факела убрали. Итак, мы строим это все в виде пистолетика. Да, ребята. Точнее, в виде лестницы изначально. После этого мы и сделаем пистолетик. Итак, мы берем вот это. Мы берем вот это. Мы берем вот это. Мы берем вот это. Запоминайте, редстоун повторители, направляющиеся в эту сторону туда, а редстоун компараторы здесь оттуда, которые направляются. Итак, мы берем, ставим факела, значит, вот здесь. А точнее, что же мы сделать забыли? А именно мы забыли сделать это. Ребята, извиняюсь, я сделал одну ошибочку. Ставим сундуки вот так. Ну, можно, я рекомендую 2 на 2. Итак, мы сделали вот так его. Он теперь хорошо работает. Но теперь мы видим серединку и уже строим здесь лестницу. Вот наша лестница, которую мы превратить должны в пистолетик. Да-да, ребята, вы не ослышались. Ребята, его реально надо будет превратить в пистолетик. Итак, мы что делаем? Отошли от середины один блок. И, ребята, запоминайте, подключаем воронки именно вот так. Мы делаем раз, два. Далее. Раз, два. И потом еще сюда. Раз, два. Ой, извиняюсь за ошибочку. Вот так. Банк. Вы, конечно, можете вот так вот скопать. Подойти и поставить его вот так. Итак, ребята, что мы делаем? Расчищаем эту территорию. Ребята, и у нас все уже готово. Закрываем его со всех сторон. Итак. Ребята, да, его надо реально закрыть со всех сторон. Итак. У нас пистолетик готов. Что же здесь не так? Вот, пистолетик готов. И, ребята, автосортировка готова. Но что-то здесь реально не хватает. Да потому что мы воронки не поставили, ребят. Вот в чем проблема наша. Я понял. Я сделал грубейшую ошибку, которая часто случается у многих.
Надо переносить этот пистолетик сюда. Ребята, это займет немного времени, даже немало. А пока вы можете подписаться на мой канал за такой гайд. Да, ребята, опять-таки мы расчищаем эту территорию. Территория расчищена. И вот, ребята, вот так, ребята, оказывается, обязательно я вспомнил. Вот, один блок должен туда. Я скажу сейчас, зачем это нужно. Они обязательно должны быть неровными, чтобы потом уже привести их в норму. Так, делаем снова лестницу, из которой мы сделаем пистолетик. И, ребята, пистолетик уже мы 1000 раз сделали, наверное. Да шутка. Итак, ребята, мы снова ставим это вот так. И вот это вот у нас вот так. Так, ребята, механизм у нас готов. Превращаем его в пистолетик. И будет все готово. 6 редстоунов нам нужно. Нужно 6 редстоунов. Далее, что мы делаем? Мы берем, вот видим пиксель компаратора. Нажимаем на него. И да, ребята, обязательно воронки подключите к компаратору. Иначе у вас ничего не будет. Иначе у вас впустую все будет. Ребята, подключили. Далее вот эти воронки подключаем к этим воронкам. Да, ребята. Здесь блоки последние будут пропадать. И теперь мы делаем чинилы наши. Берем 4 разных вещей. И из них делаем чинилу. Например, мы берем вот так. И пишем чинила раз. Ой, извините. Чинила 1. Берем этот предмет и переходим ко второму. Итак, ребята, 4 разных чинил у нас готово. Итак, ребята, первые чинилы. Итак, ребята, мы берем на первую. Первые 4 чинил. Готово. Раз, уже блоки не будут эти уходить. На вторую чинилу 2. Чинила готова. Далее по 3. Да, ребята, я смотрел гайды Ютуба. Стоп, а что здесь такое? А, я понял. Я понял, в чем проблема, ребята. Ребята, я понял, в чем проблема. Здесь они что-то уходят, непонятно почему. А я понял, знаете почему? Потому что сюда надо поставить тот блок, который должен падать. И, ребята, мы берем... Ну, любой блок. Например, вы фармитесь на этих блейзах. То есть вам нужны огненные стержни. Если у нас есть они, не тратим никуда, а именно ставим сюда. Они сейчас дойдут до 41 и остановятся. И здесь тоже. Со всех сторон, сколько у вас есть. Не обязательно их стаками. Это желательно как бы. Итак, ребята, берем эту третью чинилу. Третья чинила идет сюда. Так, где она? Так. Вот, все, ребята. Поехали вот с этим. И теперь, ребята, последняя чинила. И вот это тоже вот так. Все, ребята, мы можем очищать инвентарь. И далее берем обычный сундук. И мы можем уже как бы делать лестницу из этого уже. Конкретную лестницу можем делать. Итак, ребята, ставим сундучки. Раз, два. Да, это воронка к этой воронке. Так. Дальше уже по одной воронке можно. Банк, банк. Ой, банк. И, ребята, строим лестницу. Ну все, наша мега-производилка плюс фармилка готова, ребята. И плюс автосортировка. Если вы не верите, смотрите. Да, в эти воронки будет мусор попадать. Однако в те воронки, те самые главные воронки, туда уже, например, давайте кинем стекло. Давайте-ка вот смотрите, берем стекло и кидаем туда. Оно попадает именно в эту. Оно уже не перейдет в другую. Смотрите, а если мы кинем стекло сюда... Стекло сюда кинем. Ой, извиняюсь. Берем стекло наше. Да любой предмет. Что угодно. Видите? Оно не падает туда. И у нас попадает только тот предмет, который мы и хотели брать. Видите, ребята? Однако,
Вот предметы отсюда, 41 и 41. Это уже не брать, ребята. Обязательно, хоть у вас ничего не хватит, это не брать. Только в случае того, что если вы переезжаете, вам это можно взять. Ну, ребята, у нас все готово. Ребята, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. С вами был ваш, я, дорогущий друг Ликс, ребята. И все. Всем удачи, всем пока.